Азербайджан и Турция – самые близкие страны в мире в духовном и политическом плане. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева участникам конференции «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения. Источник мира и стабильности для Кавказа и региона», посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации. Конференция проходит в культурной столице Азербайджана, в городе Шуша. В заседании принимают участие представители государств и правительств Азербайджана и Турции, а также представители политических партий обеих стран. Отметим, что в рамках визита участники конференции посетили центральную площадь города Шуша, где установлены памятники азербайджанским деятелям культуры Хуршутбану Натаван, Бюльбюле, Узеиру Гаджибейли. Они также осмотрели Шушинскую крепость, побывали на равнине Джидыр-Дюзю, были проинформированы о восстановленных исторических памятниках и жилых домах.